Да, да. Добрый день. Вас беспокоит центрального офиса компании «Автодель». Меня зовут Виктор Еременко. Я могу поговорить с Андреем Джаджулой? Да, Андрей. Андрей, очень приятно. Ваш автомобиль марки BMW находится сейчас на ремонте в нашем филиале. Угу. Дело в том, что, учитывая ваш статус и возможности использования вашего автомобиля в рекламных целях, мы хотели предложить вам дополнительные элементы тюнинга вашего автомобиля. Да. Как вы на это смотрите? Что за тюнинг? Ну, смотрите, во-первых, гидроусилитель ключа зажигания. Установка осциллографа на приборную доску. Вы судите? Почему? Ну, на самом деле, эти услуги стоят достаточно востребованы сегодня. Неоновая подсветка лица водителя. То есть вас узнают даже на большом расстоянии. Массивная цепь под золото вместо буксировочного троса. Это прикольно. Установка турбонаддува в кресло водителя, то есть вы можете увеличиваться в объемах. Художественная перебивка номеров, готика, римские цифры. Установка дополнительного второго двигателя запаски в багажник. Ну и, наконец, удлинитель телескопической выхлопной трубы до 3 метров. Бонусная тоже программа предусматривает бесплатную установку инфракрасного бабоискателя, который, в свою очередь, дополняется системой... Вот этот пункт вычеркните. Усадка красивой девушки на переднее сиденье, укладка на заднее, монтаж, крепеж. И подсветка днища автомобиля во время движения, эффект НЛО. Ну, самые надежные, конечно, тормозные колодки эстонские, как вы знаете. И выполнение, возможно, надписей вас заинтересует. Ну, стоишь в пробке, смотри на попки. Не тот лох, кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад попятил. Думал Федот, что смеркается, а это капот открывается на самом деле. Нормально, мне нравится. И немаловажная такая деталь характерная, вот выгул автомобиля во время вашего отпуска. Зачем вашему любимцу скучать в гараже? И проводим предугонную подготовку, которая, надеюсь, не понадобится, Андрюша.